Если вы понимаете, что как-то жизнь стала становиться все более пресной, заезженной, слушайте, давайте создадим программу. Значит, программа того, что вы берете, например, и осваиваете какие-то навыки. Это само по себе будет уже дело, которому вы систематически будете заниматься. Определите время, когда у вас досуг, отдых. Досуг – это вещь очень серьезная. А то, что сейчас у людей нет досуга. У них есть, или они, значит, вынуждены что-то делать, им противно, или они телефон и что там показывают. Вот это все. Но это не досуг. Это просто вы от гадости убежали к гадости покороче.